Всем привет! С 1 марта стартовал наш новый совместный проект «Райский сад». В этом совместном проекте мы вышиваем дизайны с цветами, бабочками и птичками. Так сказать, создаем весеннее настроение. И эта тема нашла отклик во многих сердцах, и у нас очень много участниц, и почти у всех не одна работа. Всего заявлено около 80 работ, поэтому наш отчет будет насыщенным и разнообразным. СП продлится до 1 октября, я думаю, мы все успеем вышить. Желаю всем легкого старта, шустрой иголочки и, конечно же, приятного просмотра. Марина Черная самая первая среагировала и подала заявку в наш СП. Марина будет вышивать авторскую схему Натальи Черепановой «Маки» размер 180 на 180 крестиков. Используется 43 цвета ДМС. Вот такие красивые яркие цветы. Очень интересно посмотреть на отшив. Юлия Дубинкина будет вышивать набор от фирмы «Риолис» «Шотландский вереск». Вышивается шерстью. Размер работы 25 на 25 сантиметров. Этот дизайн очень известный. Здесь уже у Юлии есть начало. Вышита корзинка, немножко зелени, совсем чуть-чуть цветов. Очень красивый дизайн. Желаем шустрой иголочки. Кристина Внукова подготовила много наборчиков, много дизайнов для нашего СП. Во-первых, это парад шаров, дизайн Dimensions, но сборка клубок желаний. Размер работы 40 на 30 сантиметров. В крестиках 288 на 216. Вышивается на Аиде 18 каунта кремового цвета. Нитки в наборе неизвестного происхождения, всего 47 цветов. Используется крест, полукрест, бэкстич, французские узелки. Также дизайн фирмы Dimensions, венок с калибри, но здесь уже подбор у Кристины. Размер работы в крестиках 241 на 233. Основа австрийская равномерка Ева 28 каунта светло-зеленого цвета. Очень интересная замена. Ниточки здесь у Кристины СХС и Гамма. Используется всего 42 цвета, 6 блендов. Ну и по технике крест, полукрест, бэкстич, французские узелки. А также будет вышиваться бабочка от фирмы «Вдохновение» «Графия Веска». Размер 13 на 11,5 сантиметра. Вышивается на пластике, бисер здесь прециоза. И есть небольшое начало. А также Кристина заявляет авторскую схему от Любви Воденниковой. Называется «Книжная полка». Размер дизайна 60 на 20 сантиметров. В крестиках это 299 на 99. Всего используется 72 цвета ниточек. Использовать Кристина будет СХС. Вышивать будет на равномерной основе этамин 25 каунта. Вот такой интересный дизайн. Очень интересно посмотреть на отшив. Элиза Левиева, мама пятерых малышей, блогер и рукодельница, присоединяется к нам с четырьмя процессами. Во-первых, это пышное благоухание от новой слободы. Ниточки здесь Аврора 120, всего 21 цвет, вышивается на Аиде 16 каунта. Основа здесь тонирована, и процесс начат был с нуля. Пишет нам Элиза, что очень нравится цветочный дизайн от этого производителя. Вышила 2000 крестиков. Крестики получаются очень ровными, аккуратными и очень мелкими. Ощущение, что вышиваю на 18 каунте. И будет продолжать вышивать также этот дизайн. Второй процесс – это тюльпаны на столе от фирмы РТО. Размер работы 28 на 28 сантиметров. Здесь полная зашивка, вышиваются на Аиде 16 каунта. Пишет Элиза, что влюбилась в этот сюжет с первого взгляда. Меня очаровали эти акварельные тюльпаны, вышивать одно удовольствие. И третий процесс – это восточные орхидеи от фирмы Dimensions.
Артикуль набора 35176, канвас здесь айда 14 каунта бежевого цвета. Количество цветов 22. Пишет Элиза, что это ее первый Dimensions, чуть-чуть повышивала, но работа остановилась и надеется, что с помощью нашего СП данный процесс продвинется. Я уверена, что он обязательно даже завершится. И еще один процесс, это попугай от фирмы Nitex. Размер работы 37 на 27 сантиметров. Канвас здесь 14 каунта белого цвета. Ниточки ПНК, всего 22 цвета, полная зашивка. Сюжет очень яркий, красивый, сочный. Немного начала и забросила, так как развела много процессов. И это четвертая работа в этом СП. Попугаи просто огонь, обязательно их нужно вышивать, поэтому желаем удачи. Елизавета Хлюстова будет вышивать набор фирмы Dimensions «Японский сад». Вышивается на аиде 16 каунта голубого цвета. Используется 40 чистых цветов и 7 блендов. Это смешанная техника. Размер работы будет 40 на 30 сантиметров. Пишет Елизавета, очень нравятся сады, где все цветет разными красками. Влюбилась в этот японский сад с первого взгляда. Кусочек красочного и умиротворяющего рая. Смотреть на нее можно бесконечно. Старт был 1 января. На данный момент отшито 13%. Вторая работа Елизаветы Хлюстовой – это набор фирмы Joy Sunday «Лебединая семья». Вышивается на линии 27 каунта. Размер работы будет 17,9 на 23,5 сантиметров. Пишет Елизавета, что заменила аиду 14 каунта, которая была в наборе, на ленту 27 каунта. И вышивает через одну нить переплетения. Получается очень нежно. На данный момент отшито 30%. Очень красивый дизайн. С нетерпением ждем продвижений. Марина Денисова будет вышивать набор фирмы «Панна Цапля». 25 на 29 сантиметров, всего 23 цвета ниточек. Этот наборчик мне подарила дочка на день рождения, и он стоял в планах на этот год. А тут как раз этот замечательный СП организовался. Конечно же, я не могла воспользоваться такой возможностью. В этом наборе очень красивая канва, нитки, и надеюсь, что результат будет отличным. Александра Бо заявляет набор фирмы «Алиса Тюльпаны». Размер картины будет 40 на 30 сантиметров, вышивается мулине гамма на аиде 14 каунта. И подготовка уже перед вами. Заявка от Ольги Водолазкиной. Бабочки и клематисы. Набор фирмы Dimensions. Заменила аиду 14 каунта на Belfast 32 каунта, цвет 305. Давно нравился этот сюжет, но руки дошли до него только сейчас. А тут еще и такой интересный повод, ведь вместе веселей. А то в жизни у меня нет вышивальных подруг. Пишет только, что начала этот дизайн 14 февраля. Ну что ж, добро пожаловать в нашу дружную семью. Людмила Ткаченко вышивает набор фирмы Лука С, корзина с розами. Размер работы 42 на 34 сантиметра. Вышивается на аиде 18 каунта. В работе 72 тысячи крестиков. Вышито на данный момент 29 665 крестиков. И это 41% работы. Работа грандиозная, очень интересная. Я думаю, что вы нас обязательно порадуете финишем. Светлана Яковлева вышивать будет сэмплер по схеме от торговой марки «Совиный лес», «Гуси и подсолнухи». Вышивать буду на льне Белфаст 770 цвета, ниточками по ключу. Тут и птички, и цветочки, пишет Светлана. Наталья Аксенова будет вышивать дизайн фирмы Dimensions, но это сборка от магазина «Клубок желаний», называется «Сладкий нектар». Размер работы 30 на 30 сантиметров, вышивается на аиде 18 каунта. Используется 43 чистых цвета, 13 блендов, крест, полукрест и бэкстич. Ну вот, перед вами уже подготовка. Тина Мардаян будет вышивать набор фирмы Риолис «Восточный красавец». Размер работы 19 на 90 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта фирмы Цвайгард. Ниточки шерстяные, акрил. Всего 22 цвета.
Пишет Тина, что на момент вступления в СП вышито около 1000 крестиков. Пишет, что начала и отложила почти год назад. Спасибо Юле за СП. Увидела тему и сразу подумала про мою райскую птичку. Хватит уже ей лежать. И это правильно. Татьяна Буркица пишет. Юлия, с большим удовольствием присоединяюсь к новому СП. Набор от фирмы Ami Shop. Реплика на дизайн Dimensions «Сумеречный мост». Начало уже положено. Это дизайн по мотивам картины Ричарда Бернса. В работе используются 42 чистых цвета и бленды. Техника крест, полукрест в 2, 3, 5 нитей и французские узелки. Вышиваю на канве 18 каунта. Для меня работа непростая, нужно быть очень внимательной, поскольку нужно постоянно следить, где крест, а где полукрест и бленды. Хочу сказать еще, что схема у Ami Shop мне понравилась, крупная. Надеюсь вышить этот райский уголок. Светлана с ником Кошка Мышкина будет вышивать в нашем совместном проекте набор фирмы Ланарты «Птицы на колонке». Размер работы 29 на 39 сантиметров. Вышивается на линии 27 каунта и используется всего 28 цветов ниточек. Вышивается крестиком в 2 ниточки и в 1 ниточку. Также есть бэкстич. Светлана Абрасимова будет вышивать набор фирмы Лука С. Ваза с цветами. Размер работы 24 на 28 сантиметров. Используется 45 цветов ниточек. Есть уже подготовка и первые стежки также можно наблюдать на основе. Татьяна Торова будет вышивать несколько работ в нашем СП. Во-первых, это новенький дизайн от фирмы Letty Stitch Star Birch. Ниточки здесь анкор. Вышиваются на Аиде 16 каунта. И на данный момент вышито 25%. Мы видим внизу уже появляются цветочки, бабочки. Ну и конечно же будем наблюдать за отшивом этой новинки. Второй дизайн бисерный. Это фирма «Конек. Беседка в саду». Пишет Татьяна, что бисер купила весь по ключу. Как по мне, ярко очень получается на превью производителя. Цвета, конечно, более естественны. Ну что ж, это уже нужно смотреть по итогу, как будет получаться. В принципе, сейчас смотрится очень симпатично. Заявка Елены Классен. Набор «Калибри» от фирмы «Риолис». Техника «Счетный крест». Размер 106 на 95 крестиков. Вышивается мулине анкор. Пишет нам Елена. Из года в год ставила набор в планы, но никак не могла начать. В результате в декабре 2020 года решила начать все те наборы, которые так же, как и этот, кочевали из плана в планы ежегодно. И как итог, на 1 января 26 начатых процессов. Потом, конечно же, одумалась, но дело было уже сделано. Стала думать, как теперь буду сокращать процессы. Придумала. Рулетка выбрала 6 активных процессов, а дальше вступает в игру кубик. Это дало положительные результаты. На сегодняшний день 3 финиша и еще 2 процесса на финишной прямой. И вот, как только рулетка выбрала мою калибри в активной процессе, я увидела в вашем видео, Юля, информацию об этом СП. И тут же все сложилось. Итак, процесс начала в декабре, канву поменяла на гамму 18 каунта, так как родная была просто ужасного качества. Вышила нижний один лепесток и рамку, и тут поняла, что рамку-то я вышила не тем цветом. Распускать тогда я ничего не стала, а отложила процесс до лучших времен. И вот рулетка сказала, что лучшие времена все же наступили. Ну что же, я очень рада, надеюсь на быстрое окончание этого процесса и тогда продолжу свое участие в этом СП с еще одной своей давней мечтой. Я думаю, что все обязательно получится. Вторая заявка от Елены – это набор фирмы «Риолис» у фонтана. Размер работы 30 на 40 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта от Свайгар. Техника крест в 2 и в 3 нити. Используется полукрест в 1, в 2 и в 3 нити. Также бэкстич 4 цвета. И есть вышивка лентами всего 4 цвета.
Мулине Анкор 30 чистых цветов, плюс 8 блендов из них. Пишет Елена, решила заявить еще один свой процесс, так как боюсь, что он может уйти в долгострой. Начала его, как и калибри, в декабре. Начала с левого нижнего края, вышла 2000 крестиков в разнобой, поняла, что ошиблась, сместила основную часть на один квадратик, 100 крестиков. Теперь все распускать надо. Распускать не люблю жутко. Начала с другого края, правый нижний, опять ошиблась. Ну не дружу я со схемами Риолис. Сюжеты очень нравятся, но жуткая яркость и пестрота их схем выбивает у меня почву из-под ног. Теперь хочу начать с середины. Юля, одна надежда на ваш СП. Очень не хочу, чтобы эта красота ушла в долгострой. Чувствую, попотеть придется, но результат будет того стоить. Так что, Юля, принимайте меня еще с одним дизайном в свою теплую компанию. Конечно, принимаем. Поехали! Ольга Таршина будет вышивать китайский набор фирмы Joy Sunday «Птицы и ягоды». Это копия набора фирмы «Алиса, синички и черешня». Вышивается на ID 14 аккаунта с нанесенным рисунком. Размер работы 41 на 33 сантиметра. В крестиках это 180 на 140. Всего используется 33 цвета и процесс начинается с нуля. Вот такая подготовка. Наталья Фомина заявляет новый наборчик от фирмы «Чудесная игла». Пишет, что вышивать будет этого производителя в первый раз. Вот такая подготовка. Желаем шустрой иголочки. Людмила Хараян также открывает новенький наборчик от «Чудесной иглы», хлопок и черника. Размер работы 18 на 23 сантиметра. Вышивается на AIDI 14 аккаунта. 33 цвета мулине гамма. Оксана Кузнецова открывает новый наборчик от фирмы «Чудесная игла. Уютный уголок». Вышивается на AIDI 14 аккаунта, но Оксана заменила на Линду 27 аккаунта. И вот такие красивые ниточки и подготовка. Виктория Румянцева к нам вступает в СП с уже начатым процессом. Это набор фирмы «Ланарте». Размер работы 40 на 40 сантиметров. Вышивается на линде 27 аккаунта молочного цвета. Используется мулине 60 цветов. Вышивка идет крест в одну и в две нити. И есть немножко бэкстича. Вот такой очень интересный сюжет. Анна Кокорина будет вышивать набор фирмы «Золотое руно» павлины 41 на 30 сантиметров, 37 цветов ниточек Мадера. Набор очень нравится, пишет Анна. Давно лежит, надеюсь за СП начать, продвинуть, а может и закончить данную работу. Конечно, нужно обязательно завершить эту работу. Такие красивые павлины. Анна Маркина пишет. Всем привет, меня зовут Анна, я с канала Нюта Handmade. С удовольствием повышиваю в вашей компании. Это чудесный сэмплер. Сэмплер – репродукция старинной вышивки, которую вышивала Маргарет Анн в 1830 году. Размер в крестиках 253 на 229. Количество цветов 21, ниточки здесь ДМС. И вышивать Анна будет на льне 28 аккаунта цвета летней хаки. Вот такой интересный сэмплер. Ангелина Орлова заявляет два процесса. Во-первых, это набор фирмы РТО. Вышивается мулине ДМС 31 цвет на AIDI 16 каунта. Но в данном случае Ангелина заменила на Мурану 32 каунта. Серебристая луна цвет. Размер готовой работы должен получиться 15 на 16 сантиметров. Пишет Ангелина, что очень сильно любит этот сюжет. Он лежал в запасах пару лет и теперь пришло его время. Яркий, солнечный, в то же время уютный сюжет. Все то, что сейчас нам не хватает. Это точно. Давайте вышивать настроение. Это второй дизайн от Ангелины и пишет Ангелина. Восточное великолепие Dimensions – мой самый любимый процесс. На данный момент вышито приблизительно 40%. Вышиваю эту работу очень медленно. Она несложная, но кропотливая. В этом букете есть мои любимые цветы – пионы и розы. Есть символ весны – сирень. Этот роскошный букет ассоциируется у меня с райским садом, глядя на него, ощущая благоухание этих цветов и теплое весеннее дуновение ветерка.
Илона заявляет, в наш совместный проект целых три дизайна, новенькие наборчики будет открывать Илона. Во-первых, это два павлина в цветущей магнолии от фирмы Crystal Art. Вышиваться будут на Аиде 14 аккаунта с нанесенной схемы. Всего 31 цвет ниточек. Размер работы 26 на 44 сантиметра. Павлины просто замечательные, пишет Илона, но есть большое но. Здесь принтованная канва, да еще и с нанесенной схемой отвратительного качества. Есть и бумажная схема, которая для моих глаз очень удобная. Буду пробовать делать перенабор, и может у меня получится вышить такую красоту. Очень хочется. Да, нам тоже очень хочется посмотреть на эту красоту. Илона, обязательно пробуй, старайся, нам очень-очень интересно. Второй дизайн, пасхальная радость от фирмы Luca.S. Вышивается на Аиде 18 каунта 33 цвета ниточек анкор, вышивается крестиком в две ниточки. Размер работы должен получиться 22 на 13 сантиметров. Будет вышивать Илона ее любимые фиалки от любимой фирмы Luca.S. Тут присутствуют яйца, и скорее всего их собрали у птичек, которые населяют райский сад. Вышивать буду по перенабору, все остальное не меняю. Буду вышивать на роддом. Во как. И еще третий дизайн – это яблоня в цвету от торговой марки «Золотое руно». Вышивается на Аиде 14 каунта бежевого цвета. Но Илона будет менять на Аиду того же каунта, но зеленого цвета с разводами. Всего здесь 33 цвета ниточек Мадера и размер 16 на 36 сантиметров. Очень интересная замена основы. Просто любопытно увидеть, как будут получаться эти красивые птички на цветной основе. Марина Лакиза открывает новый наборчик фирмы Панна в бразильском лесу. Используется здесь 50 цветов ниточек гамма. Вышивается на Аиде 14 аккаунта зеленого цвета. Набор меня привлек своей яркой зеленой канвой, пишет Марина. Очень яркая работа будет. Желаем удачи. Татьяна Шевченко заявляет в нашем СП новинку от фирмы Leti Stitch. Вообще Leti Stitch в этом году нас радует очень интересными дизайнами. Вот такую вот кормушку с птичками будет вышивать Татьяна. Здесь используется 58 цветов. Размер работы будет 43 на 30 сантиметров. И используются здесь ниточки фирмы Анкор. Присоединяется к нам и Настя Маркова с набором от фирмы Андриана «Лавандовое поле». В набор входят мулине хлопок 30 цветов, вышивается на Аиде 16 аккаунта, но Настя будет менять на 14 аккаунт. Размер готовой работы на 14 аккаунте будет 6,5 на 27 сантиметров. Все вышивается крестом в две нити, есть один бленд, есть также чуть-чуть бэкстича. В итоге должна получиться закладка для книг, но я хочу попробовать оформить в багет как картину. Вот такая интересная задумка. Марина Филиппова заявляет два процесса. Во-первых, это пейзаж с беседкой, размер 21 на 30 сантиметров, выполняется в технике счетный крест, используется 21 цвет и один бленд. Аиду 14 аккаунта, пишет Марина, заменила на белую жесткую беломерку 30 аккаунта. И хочу сделать из них часы с красивыми белыми резными стрелками, но без циферблата. В работе на данный момент вышито 700 крестиков. Ну и за время игры также было вышито еще 825 крестиков. Трудно было остановиться, но процесс дальше продолжил 1 марта, пишет нам Марина. Второй процесс – это фея-колокольчик, размер 20 на 33 сантиметра. Вышивается на Аиде 14 аккаунта счетным крестом, также есть бисер. Ниточек здесь всего 12 цветов и 10 цветов бисера. Фея-колокольчик ждет, когда сможет встать на ножки и предстать во всей красе перед маленькой принцессой. А в очередь за ней стали ее сестрички Фея-пион и Фея-роза. Присоединяется к нам Полина Синицына. У Полины есть канал на YouTube. Можете перейти по ссылке в инфобоксе и ознакомиться с каналом поподробнее. В нашем СП Полина будет вышивать схему калибри сайта Crosty.ru. Вышивается это
Этот дизайн на Аиде 18 каунта. Размер готовой работы будет 56 на 40 сантиметров. И вышивается ниточками гамма, всего 80 цветов. Очень интересный дизайн. С большим интересом ждем первых продвижений. Евгения Игонина заявляет в нашем СП набор фирмы «Дом и Крафт» «Орхидеи». К сожалению, больше информации нам Евгения не предоставила. Ждем следующего отчета. Настя Антонова присоединяется к нам с дизайном фирмы «Буцилла», но это сборка от фирмы «Ами Шоп». Пишет Настя, что заменила основу на «Мурана» 32-го каунта, так как в схеме очень много 3/4 креста. И начнет этот процесс 1 марта. А пока вышивает другие процессы, надеется, что вместе все у нас получится. Обязательно получится. И, конечно же, ждем первого отчета. Жанна Офицерова пишет: «Хочу попробовать поучаствовать в первый раз. И когда я только стала смотреть YouTube и смотрела ваше видео про Мэгги-рукодельницу, и все, я заразилась наборами от фирмы Dimensions. Но почему-то я вышиваю другие фирмы. Очень люблю пионы. И у меня 23 июня будет день рождения. И я хочу с помощью вашего СП вышить себе подарок. Набор «Коралловые пионы», номер 70/35/298. Канва здесь Аида 14 каунта, в палитре 29 цветов и 4 бленда. Вот мы видим, на каком этапе находится работа. Я уверена, Жанна, все у вас получится. Присоединяется к нам Екатерина Осташкина с прекрасным набором фирмы Ланарте. Новенький наборчик, птички, цветочки. Ждем распаковку первых крестиков. Наталья Тан заявляет два процесса в нашем СП. Во-первых, это полевое чудо от Марии Искусницы. Размер работы 25 на 35 сантиметров. Вышивается на льне 25 каунта. Название набора «Полевое чудо», пишет Наталья, для меня в полной мере отражает отношение к этому колючему чуду. Вспоминается, как я еще будучи маленькой подбегала к этому цветку и восхищалась им, его красотой и ароматом. Маму это всегда забавляло. А второй набор – это китайская версия набора по сюжету фирмы Ланарта. Этот сюжет снят с производства, и поэтому Наталья будет вышивать в сборке от китайского производителя. Размер работы 35 на 35 сантиметров. Вышивается на линде от Свайгард Мулине ДМС. Юлия Зверева пишет: «Всем большой привет! Хочу принять участие в таком прекрасном весеннем СП с набором от фирмы Алиса «Тюльпаны. Малиновое сияние». Дополнить чудесный райский сад еще одним ярким цветком. Размер готовой работы 22 на 26 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 каунта кремового цвета крестом и полукрестом. Используется 22 цвета плюс 4 бленда». Посмотрела схему, работа вышивается довольно большими участками одного цвета. Надеюсь отдохнуть с этим процессом и насладиться яркими цветами нитей. Всем удачного старта в нашем СП. Оксана Люфт пишет: «Здравствуйте! Хочется принять участие в дружной компании в таком прекрасном СП. Сад, цветы, птицы, весна, счастливые мечты. Набор начинаю новый от фирмы Joy Sunday. Размер работы 17 на 59 сантиметров. Используется 39 цветов. Крест, бэкстич. Попугай будет очень яркий, как и мои ожидания. В добрый путь всем нам!» Также присоединяется Ирина Силаева. И Ирина будет вышивать два наборчика. Во-первых, это Риолис, который вышивается шерстью, розовый шиповник. Размер работы 21 на 30 сантиметров. И второй набор Мишка, называется Март. Он, конечно, не в саду, но с цветочком, пишет Ирина. Ничего, все принимается. Я думаю, что Ирина нас не заставит долго ждать готовых работ. Светлана Минаева пишет: «Дорогие вышивальщицы, поздравляю с началом весны и с началом прекрасного СП Юлии Творчества. Представляю набор от чудесной иглы «Семейное гнездышко». Для меня это неизвестный производитель. В набор входит белая канва 14 каунта, 39 цветов Мулине гамма, цветосимвольная схема. Вышивается полным крестом, полукрестом, есть бэкстич, выкладная нить и французские узелки. Размер готовой работы 19 на 25 сантиметров. Прекрасный выбор, желаю удачи!»
Второй дизайн, который нам заявляет Светлана Минаева, это набор фирмы Letty Stitch. Я так понимаю, это новинка этого года. Пишет нам Светлана, что, конечно, на переднем плане выступает маяк, но и цветочки, и птички, а главное, мечты присутствуют. В набор входит Аида Цвайгер 16 каунта, нитки Анкор 44 цвета. Схема здесь черно-белая, очень крупная, читается легко. Размер готовой работы 24 на 17 сантиметров. И желает всем удачи, хорошего настроения и быстрых отшивов. Оксана Яковенко пишет. Доброго времени суток. Как только увидела тему «Новое СП», поняла, что мои планы на ближайшее время круто видоизменяются. Есть у меня один набор, буквально созданный для этого СП. Купила я его 2,5 года назад, абсолютно спонтанно, до того момента ни разу его не видела. Но увидев, просто не смогла не купить, потому что у меня тут же возникла стойкая ассоциация с моей мамой, ушедшей в мир иной 3 года тому назад. Хочется верить, что за ней прилетела прекрасная райская птица и унесла в райский сад, а в том саду душистые цветы, за которыми она так любила ухаживать здесь на земле. Там птички, бабочки, покой, красота и любовь. Понимаю, что история печальна, но такова жизнь, и раз уж невозможно избежать неотвратимых моментов, то можно попытаться хоть как-то их осветлить. Ведь верно? Сюжет так и называется «Райская птица». Размер 30 на 41 сантиметр. Производитель Ланарте, дизайнер Мария ван Шеренбург. Вышивается на равномерке 27 каунта нитками ДМС. Всего 39 цветов плюс креник. Я никогда не вышивала дизайн этой фирмы. Думаю, будет интересно. Спасибо за СП. Нам тоже очень интересно посмотреть, как получится. Лера Серегина заявляет очень интересный дизайн от дизайнера Надежды Ильиной. Называется «Амарилисы». Вышивается на Аиде 16 аккаунта белого цвета крестом в 2 ниточки. Ниточки здесь ДМС. Очень интересный сюжет. С огромным удовольствием будем наблюдать за его продвижениями. Галина Агеева присоединяется к нам в наш СП и пишет. Сначала призадумалась, вроде в планах птичек не было, но тут вспомнила о шарике по мотивам жестаковской росписи от Марины Хачановой, Ринкази и серии росписи. Не успела его вышить зимой, видимо, это судьба. Вышивать буду на укромерке 32 каунта. Готовый и оформленный шарик вместе с предыдущими можно будет позже увидеть на канале. И второй дизайн добавляет нам Галина, пишет, что добавляю в райский сад прекрасную фею с цветами. Начала ее в апреле, месяце стартов, еще в 2019 году. С тех пор работа так лежит без продвижений. Предыдущие СП помогли вернуться к Санте на тачке. И вот он завершен. Надеюсь, что этот СП станет стимулом завершить эту работу. Дизайн фирмы посвящен рекламу. Вышивается на Мурана Лугана, основа не по ключу. Также часть металлика Rainbow Gallery заменила на креник. Всего 38 цветов ДМС, 6 цветов металлика и также есть бисер. Присоединяется к нам также Елена Сметанина. Елена будет вышивать набор фирмы Риолис, который она вышивает на основе от фирмы Обльхорн 25 каунта. Из данной вышивки Елена планирует сделать салфетку на стол. Размер вышивки будет 15 на 50 сантиметров и используется здесь всего 14 цветов. Также присоединяется к нам и Вера Брылина. Первый раз будут участвовать в нашем совместном проекте. У Веры также есть свой канал на YouTube, ссылка в инфобоксе. Вера будет вышивать тюльпаны от фирмы Алиса. В данном процессе уже готово 50%, вышивается подбором на Аиде 16 аккаунта. Также присоединяется к нам Елена Канева, завсегдата наших СП. Елена будет вышивать дизайн фирмы Ланарте, называется «Маки». Вышивается на линде 27 аккаунта. Размер должен получиться 18,5 на 18,5 сантиметров.
А это заявка от Катерины Плотниковой. Катерина всегда вышивает большие масштабные работы, и на этот раз здесь не одна работа, а целых три. Пишет нам Катерина: «Хочу для начала вступить в него с тремя работами. Все они 40 на 50 сантиметров, полная зашивка. Только крестики, без бэкстича, французиков и прочего. Розы были оставлены в таком виде, как мы сейчас видим на фотографии, перед началом СП про котиков и зиму. Это где-то близко к 50%. А как только закончили котиков и зиму, объявили тему нового СП, сразу за них взялась вновь, и вот что уже получилось. Надеюсь, примите в СП эту работу. Про каждую работу немного подробнее буду писать в следующих отчетах. Также в апреле будет добавлена еще одна очень нежная работа от фирмы «Чудесная игла», называется «Красивый роман», которая идеально по сюжету подходит под наш СП «Райский сад». А также в рамках СП будет проведена спасательная операция, посадила пятно на джинсовом сарафане и буду его спасать вышивкой бабочек на месте пятна. Но это начнется после прибытия посылки с водорастворимым флизелином. Еще раз огромное спасибо за ваш канал. Большое спасибо за приятные комментарии и за вашу активность. Надежда Дубинский будет вышивать в нашем СП оригинальный набор фирмы Dimensions «Японский сад», размер работы 40 на 30 сантиметров. Пишет Надя: «Вышиваю по оригинальному набору на серо-голубой канве 16 каунта. Начала вышивать 23 января этого года. На данный момент вышито 19%, что составляет 8200 крестиков. Общее количество крестиков 43600. Этот дизайн покорил буйством красок, весенним настроением, присутствием мостика. Все, как я люблю». Что ж, прекрасный выбор. Желаем шустрой иголочки. Светлана Романова присоединяется к нам со схемой от Stony Creek. Это такие скворечники. Пишет Светлана, что исходную схему уменьшила, изменила и доработала. Размер работы будет 72 на 58 сантиметров. Вышивается на Аиде Цвайгер 14 аккаунта ниточками ДМС. Вот мы видим уже, на каком этапе находится работа. Пишет Светлана, что процесс очень легкий и приятный, много бэка, но он квадратичный, поэтому воспринимается мной почти как крестики. Присоединяется к нам Наталья Сапьяненко с очень красивым интересным дизайном. Это девушка с лебедем от фирмы «Золотое руно». Размер работы 53 на 25 сантиметров. Вышивается ниточками Мадера 52 цвета, используется 5 блендов. Вышивается в 2 ниточки на Аиде 18 аккаунта. Пишет Наталья: «Но чем не райский сад? И бабочка есть, и лебедушка, и ягодки-цветочки. Давно нравился этот сюжет. Начала вышивать в январе, и вот ваш замечательный СП. Очень рада поучаствовать». А также Наталья заявляет второй дизайн. Это у нас птичка от волшебной страны. Вышивается бисером прециоза, всего 11 цветов. И пишет Наталья, что это первый опыт работы с данным производителем. Что ж, желаем удачи. Итак, мои заявки. Оказалось, что в моей коробке с планами на этот год очень много наборов подходит под тему «Райский сад». И я сразу включаю 6 процессов, 4 это новые совершенно наборы и 2 уже текущих процесса. Итак, по порядку. Во-первых, это набор фирмы Вервака «Яркие птицы». Это вышивка в технике «Счетный крест». Размер работы 23 на 29 сантиметров. В набор входит Аида желтого цвета, но я ее заменила на равномерку, на лен. Ниточки здесь разобраны были на органайзеры. Я тоже их уже все подготовила, все разобрала. Очень солнечный, красивый сюжет. В принципе, уже подготовка проведена, поэтому жду старта. Второй дизайн от «Золотое руно», летний блюз. Вышивается ниточками Мадера, всего 23 цвета. Вышивается на основе Цвайгард Мурана светло-льняного цвета 32 каунта. Размер работы 12 на 18 сантиметров. Очень интересный дизайн. Я ни разу еще не вышивала на Мурана, поэтому мне будет очень-очень интересно. Третий набор — «Чудесная игла», «Ласковый май». Размер работы 32 на 32 сантиметра. Счетный крест, неполная зашивка. В наборе у нас Аида светло-серого цвета, 38 цветов.
Вот такой красивый сюжет. Надеюсь, что я его прям в мае и начну, потому что май — это цветение цветов, деревьев, поэтому будет очень интересно его вышивать. Четвертый дизайн — производитель Рогоблен, техника гобелен. Для меня это новая техника, новый производитель, тоже будет очень интересно мне попробовать вышить этот дизайн. Размер работы будет 15 на 20 сантиметров, всего здесь 26 цветов, я не знаю, какие ниточки. Все уже в принципе готово, тоже жду старта. И также два текущих процесса, которые у меня в принципе являются первыми на завершение. Во-первых, это набор фирмы Джан Лин, 4 сезона птиц. С данным процессом я участвую также в нашей игре в рулетке, она помогает продвигать процессы работы к завершению. Вышиваю я этот дизайн на основе от фирмы Обльхорн 28 каунта, соответствует 14 аиде. Размер работы будет 40 на 20 сантиметров. Всего здесь 39 цветов ниточек ДМС. Дизайн непростой, много 3/4 креста, очень много бэкстича, но потихоньку все-таки он у меня продвигается. Вторая работа — это набор фирмы от Теи Гувернюр, монограмма. В основе у нас лен от фирмы Пермин 14 аккаунта. Ниточки ДМС 19 цветов. Размер будет 22 на 22 сантиметра. Отшито на начало 40%. Ну и также играю в игре с этим дизайном, поэтому он тоже очень хорошо продвигается. И думаю, что скоро уже даже мы увидим и финиш. Это все наши заявки. Как вы видите, у нас очень большая компания. Все девочки практически переходят из одного СП в другой СП, но постепенно присоединяются и еще новые участницы. Этот отчет я задержала с выпуском, потому что постоянно приходили заявки, и я старалась включить все заявки, чтобы мы уже смогли вышивать и все заявки попали в первый отчет. Конечно же, будет у нас и розыгрыш по итогу нашего СП. В розыгрыше будут принимать участие готовые работы, завершенные. Для этого будет создан отдельный альбом, куда вы будете добавлять ваши готовые работы. Также будут спонсоры, будут подарки. Пока девочки определяются с подарками, конечно, будет что-то от меня. Вы обо всем все узнаете. Мы вышиваем, и отчет у нас следующий 1 апреля. Отчитываемся мы каждый месяц по 1 число. Ну, на этом все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока.